Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь, чтобы каникулы никогда не заканчивались! Всем здарова, ребятки, с вами по-прежнему Верфони и Бобби, и добро пожаловать в увлекательную игрушку под названием Роблокс! Всем здорова, ребята! Здорово, чуваки! Ну что ж, сегодня мы поиграем вместе с вами в симулятор мозгов! Сегодня мы с пацанами попробуем стать самыми умными в мире! Наша задача — читать книжки и прокачивать свои мозги! В общем, друзья, это достаточно интересно и забавно, ставьте лайкусик! Если вдруг не успели поставить за 3 секунды, ведь у вас вторая попытка, заранее огромное спасибо! Ну что, парни, насколько я понимаю, нам нужно читать книги! Мы читаем книги, наша голова увеличивается! Получается так, время качать не только мышцы, но и мозги. Ага, мы уже, ребят, были самыми сильными в мире, теперь станем самыми умными. Кстати, парни, у меня заполняется, когда мозг, я продаю мозг. Надо мозгов, здорово. Ребята, кому нужно мозги продать, мы продаем. Ну и, ребят, мы заходим в магазины, насколько я понимаю, мы можем здесь прокачиваться, правильно, парни? Я могу апгрейднуть, кстати, свой мозг. А как? Это надо за... А, во, вот сюда. Вот апгрейд. И сколько стоит? 75 коинов? Мне не хватает, блин, парни. Сейчас проапгрейдим. Читай, продавай мозги, ёма. Короче, друзья, это прикольный симулятор. Да, нам нужно просто прокачивать свои мозги. И что, например, у меня больше влазить будет? Да. Нифига, теперь 50 влазит мозгов. Ого. И, парни, вы видите, как угарно растет наша голова, блин. Натуре, слушай. Мужики, а вы видели, что мы читаем? Что мы читаем? Ну, посмотрите в книгу. Ничего. Ребята, смотрю книгу, вижу фигу. Смотрю книгу, вижу фигу, блин, реально. А вот бук, следующая книжка, сколько стоит? Она дает 5 интеллекта, 5 IQ. Ой, я могу, кстати, купить. Ага, да, я куплю, блин, ребят, я так, купил. Так, пригодится, блин. Ага, а потом следующая за 100. Смотрите, книжка уже синяя. Вау, мужики, меня подождите, блин. Ага, гораздо быстрее, друзья, это все продается теперь, нифига себе и покупается. Я сейчас куплю книгу за 100, парни. Я тоже. Погнали покупать. Все, я пошел покупать. Зеленая книга, 10 IQ дается, друзья. Так это и сейчас у нас... можно еще мозг покупить. Да, это у нас не просто мозг, это типа нет. IQ. Ого. Ага. Так, а сколько стоит следующий мозг? Сколько? Там что-то 150, по-моему, стоит. 150? Нифига! А, нет, не, 100 стоит. А, да, 150. Ребят, вы посмотрите на Андрюху, когда он с маленькой головой, как он угарно выглядит. Это вообще прикол. Я купил новый мозг. Ага, давайте, ребят, купим новый мозг. Я, короче, попробую сотку сейчас забить, какая у меня голова будет, как вы думаете? Во, смотри. Супер огромная, как у кабанчика, короче. Не, но все равно еще не прям такая, друзья, еще прям не супер большая. Да, надо, блин, купить следующий мозг, чтобы у меня было еще больше IQ, да, мужики? Надо книгу купить. Книгу? А сколько книга стоит? А сейчас посмотрим. Так, ну-ка, книга у нас следующая стоит 500 коинов, нифига себе. 500? Андрюха, ты как вообще? Прокачиваешь свои мозги? Конечно, мужики. О! Я прокачиваюсь люто. Смотрите, да. Можно стоять прямо здесь и сразу будет продаваться, парни. О, кайф. 500, кайф. Да, следующая книга? 500 да, стоит? Да. Я сейчас на книгу накопил уже. Я тоже пошел покупать, неплохо. 25 IQ дает желтая книга. Офигеть! Жесть, мужики, ну вы умничи, блин. Ага, а сколько следующий мозг? Кто знает, сколько стоит? А сейчас посмотрим. Капец, следующий друзья! Следующий мозг 300 коинов стоит. Во, пойду куплю. Было бы так легко в реальности учиться, да? Да, я тоже сейчас пойду куплю. Я бы все, друзья, отдал, чтобы так легко и быстро учиться. Да, офигеть! Я сейчас попробую заполнить 200 IQ, парни. Это если у меня 200 IQ, у меня вот такой огромный мозг будет. Такая голова. Нифига себе, друзья! Гении. Тут собрались, друзья, гении. Читают пустые книги и как-то от этого учатся, а как, непонятно, да? Математика. Так, короче, блин, парни, накоплю 1000 и пойду куплю мозг, блин. Ого себе. Ну, пора копить. Книгу? Копить. Ага, и книгу потом. Так, надо мозг. Сколько стоит? 600 коинов и следующий 1200. 400, натуре. Парни, это какой я буду сейчас гигантский? Офигеть. Книга стоит 2,5к. 2,5 после 1200, 2,5к, да? Смотрите, парни, 400, посмотрите, какая я головастик. Андрюх, иди сюда, давайте сравним, у кого больше голова. Давайте. У Бобяна тоже гигантская, блин, у меня прям такая. Так, ладно, продаю, пойду книгу. Сколько книга стоит, кстати, Бобян? 2,5. 2,5? После 500 сразу 2,5? Да. Нифига, так много? Пойду мозг куплю. Ага. Прокачать мозги, мужики. Короче, пойду мозги еще прокачаю лучше. А что-то не хватает, вроде, блин, все есть.
Не понял, там, видимо, а, я не могу, парень со слишком огромной головой мешает пройти, вы поняли? Ага. Нифига. Он толкает, обрыкается, ё-мо. Ребят, как вы думаете, он очень умный? Сколько у него там мозгов, блин, а? Миллион. Миллион. Короче, парни, сейчас 800 заполню полностью и посмотрю, сколько, какая голова. 25 мозгов дают, офигеть, 25. Так, ну что, смотрим. Андрюха, я гигантский! Нифига! Ого себе! Ага, короче, я продаю. Ну что, друзья, давайте мы немножечко поучимся, попробуем попрокачиваться, да, парни? Да, конечно. В общем, хватает мне на новую книжку, на фиолетовую. Андрюха ее уже купил, мы с Бабяном только сейчас покупаем. 75 IQ, да, Андрюха надает? Да-да-да, очень много, мужики. Смотрите, как у меня голова растет и уменьшается моментально. А, нифига, в натуре она прям сразу растет и уменьшается. Смотрите, ребят. Оп-оп-оп-оп. Капец угарно, да, пацаны? Вообще, вот это же скач. А следующий мозг сколько стоит? Хотя, в принципе, а какая разница, какой мозг, если мы сразу продаем? 2400, я, кстати, куплю. А можно купить и посмотреть максимальную голову, да? 1,6 тысяч. Да, давайте, у меня 1,6 тысяч получается. Сейчас посмотрю, какая будет голова. Давайте, давайте, парни, давай, Бабян, иди к нам, все вместе прокачаем голову. Во. Ну-ка, 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 качаем, качаем. Мужики, голова-то слопнет, смотрите. Ага, Андрюха еще сам по себе огромный. У меня все максималити. Так, у меня почти, парни. Офигеть. Во, максималочка, все. Вот это да, вот это мы гигантские. Ладно, продаем, парни. Ну что, пошла, друзья, максимальная прокачка, правильно? Ага. Мужики, накопили уже, получается, на книжку. Давайте сходим, купим ее, наконец-таки, чтобы быть очень умными. Ага, давайте пойдем и купим. И следующая книжка оранжевая. 200. Офигеть. 200 IQ, это сейчас будет лютый фарм. Смотрите, просто как голова растет. Офигеть. Вообще, ребята. Боже, как жестко растет голова, блин. Это вообще, это невозможно, блин, парни. Просто капец. А следующий мозг, Бабян, сколько стоит? 5 тысяч. А, так я пойду куплю мозг, блин. Я тоже. И посмотрю, что там за голова у меня будет такая на максималку, блин. Ну-ка. Оп-оп-оп, 3200, представляете? 3200, ребята. А ну, ща посмотрим, блин. Вот сейчас это да. Сейчас у тебя башка отвалится, Димон. Так, во, какая, блин. Нифига себе, блин. Умная голова, блин, друзья. Вот это умная голова. Ладно, прокачиваемся. Короче, копим на следующую книжку, друзья, и попробуем, сколько она там будет давать. Ну что, мужики, погнали, купим новую книжечку? Давайте, ну-ка, и 50 тысяч коинов, книга Лайма, 500 IQ, офигеть, раз. Смотрите, какая башка. Это я понимаю. Просто за раз, да, парни, офигеть. Кстати, а смотрите, мужики, здесь какие-то порталы или что это такое, давайте посмотрим. А давайте пойдем. Давайте посмотрим, реально. Вот. Они работают вообще? Нет, что-то, друзья, какие-то порталы не работают. Порталы только. Походу для самых умных, ребят. Напишите в комментариях, почему порталы не работают, блин. Обидно. Так, сколько мозг стоит, мужики? По-моему, 9000. Да, 6К, короче, 6400. Интересно, что за голова там будет? Неплохо. Ага, сейчас посмотрим. Что скажете, мужики? О-о! Смотрите, ребят, нифига головастик! Это вообще прикол! Это не то, что интересный, друзья, еще и угарный режим. Это вообще. Сколько следующая книга стоит? Пойди посмотри. Так, следующая книга. Давайте посмотрим, ребят. 150К. Нормально. Всего лишь. Ну да, не так много, блин. Да, но я хочу, парни, купить не книжку сейчас больше, а еще голову и посмотреть. Я пошел. Что у вас там по башке, мужики? Что скажете? 12К! 12К! 12,8! Сейчас посмотрим, ребят, что там за голова такая будет. Ее еще надо накачать умом, друзья. Фига себе, блин. Это надо читать зеленую книгу пустую. В натуре. Смотрите, парни, какой я угарный. Посмотрите, это просто дичь. Как у меня башка растет, смотрите. Кстати, высоко прыгается. Да, чем умнее голова, походу, тем выше прыгаешь по облакам. В башке учил. А, парни, там какой-то остров. Давайте допрыгаем на облаках. А как тогда прыгать, а? На блочках. А давайте, блин, еще прокачаемся или сейчас? Давайте, ладно, сейчас допрыгаем. Да-да-да, прыгай, прыгай уже. А, блин, я упал. Короче, ребят, давайте допрыгаем и посмотрим, что там такое реально. Там что-то прикольное.
Да, блин, вот это я парня нашел, да, приколюху? Ага. Хорош. Блин, я упал. Ладно, короче, все, прыгаем. Короче, ребят, смотрите, мы тут прыгаем, дают денежки, блин. И что-то так мало денег, блин, дают, да, парни? Ага. В натуре. Нифига себе, ну, ребят, я и не знал, что так можно деньги собирать. И вообще, блин, тут так сложно прыгать. Но прикольно, слушайте, хотя бы бонус, какие-то денежки, пока прыгаешь, блин. Хоть что-то, да. Разнообразие. Да, прикольно, но до острова, ребят, еще очень далеко, парни, вы там как, прыгаете? Конечно. Я вот собираюсь прыгать. Ага, ну все, все, парни, совсем чуть-чуть, и мы дойдем до этого острова Победы, блин. Скорей, прыгаем, скорей. Да, я прыгаю по-тихому. Опа! Блин, парни, ну слушайте, так опасно падать, я так боюсь упасть вниз. О! А ты на облако еще приземлять какой-нибудь. Ну да, я так и делаю. Там вон, парни. Да блин! Новый остров обнаружен, и я в самый низ упал. И знаете что? А может сейчас через телепорт зайдешь? Я в портал могу, да! Ребята, я в портал зашел, и я на этом острове. А что там? И тут можно тоже все продавать. О. Так, я продал. Нифига себе. Тут, походу, больше денег, что ли, дают? Я не понимаю. Тут какая-то капсула IQ и какой-то челик. Надо узнать, что он говорит, блин. А внизу тоже, кстати, челик стоит. Так, привет, Овершоу. Тебе понравились эти облака? Да. Так, have a fun, все нормально, что-то это, капсула IQ. О, парни, я разблокировал интеллект, тут, короче, это, поняли, бонус просто. Малорик. Хороший да. бонус-то. Хороший бонус, и там дальше облака, парни, и можно дальше разблокировать острова. Нифига Хорош. Себе, друзья, ладно, давайте мы попрокачиваемся и попробуем пооткрывать эти острова. Вперед-вперед! В общем, ребят, накупили мы мозгов, у меня 100 тысяч мозгов может вместиться, 100 тысяч IQ, и книжка, друзья, блин, прикольная, крутая, за 150 тысяч, в общем, мы качаемся, и чем больше мозги, друзья, тем мы сильнее прыгаем, посмотрите, как я прыгаю, это просто капец. Все, парни, я пошел на следующий остров, на зеленый, и с него буду открывать уже следующий, погнали все вместе? Давай, давай, погнали. Давай. Так, заходим в портал. Я не могу зайти, блин. Я слишком большой. Да, сейчас я продам и пойду. Маленькую голову делаем и погнали, ребят. Я тоже за 100к купил мозги. Ага, погнали. И там будем качать мозги и прыгать, поняли? Let's get it. И прыгаем, качаем мозги и прыгаем до следующего острова. Чик-чик-чик. Уху! Нифига, парни, как мы... Кис-кис-кис. Как мы жестко прыгаем. Капец. Давай, прыгаем, качаемся. Офигеть, мужики. Это у меня 30к, я уже прыгаю просто как киборг. Тогда. Киборг. Офигеть, ребята. Да, на вниз не упасть. Вы понимаете, что мы через облака пролетаем головой туда вверх? Офигеть, пробиваем дорогу по острову. Далеко, интересно, до острова лететь. А фиг знает, далеко? Да, походу, да. Очень далеко? Очень далеко. Так, ну у меня 70к, я еще жестко прыгаю. Давай. Я еще очень жестко прыгаю, парни. Офигеть, у меня башка, друзья. Открыл остров. Открыл? Да, открыл. Хорош. Снежный остров написано. Кайфарик. Я его уже перелетел. Мне кажется, мы можем даже на следующий. Короче. Надо посмотреть. Надо собрать, друзья, здесь денежки. Ну, продать это все. Собрать IQ-капсулу. О, по кайфу денег дали. Тут какой-то капитан, друзья, стоит. Капитан. Так, что ему можно сказать? Здравствуй. О, я тоже открыл. Так, джампинг, да, пожалуйста, вон на try double jumping, ну отрыли. В натуре, о, вы из Англии. Да, какие-то он тут подсказки дает. Спасибо за подсказки. Какой-то капитан, и тут, друзья, снеговик, у нас тут Новый год и все такое. Капитан, а, вот. А просто все, погнали дальше, парни, прыгать, читаем и прыгаем. Вперед. Вот это башка. Сейчас посмотрим, ребят, как далеко мы сможем запрыгнуть. Блин, но я думаю, мы уже заслужили, ребят, лайкусик, потому что мы реально уже, блин, самые умные в этом мире, блин. А все, кстати, не могу дальше допрыгнуть почему-то. Почему? Надо качать больше мозгов, так надо качать больше мозгов, да, качаем. Ну, да. О, пошла прокачка. Не, я еще прыгаю, парни, я еще жестко прыгаю. Ну, я прям впритык. Ну, я еще прыгаю, у меня 65к мозгов. Еще из 100. 61 тысяча. Не, ну так у нас еще 100 же можно заполнить, блин. Ага. Да, можно еще дальше прокачаться. А далеко там интересно лететь? А фиг знает, парни, ну я так жестко так прыгаю. Так опасно внизу лететь. О-о-о, мы так высоко, ребят, над этим миром. Еще облаков так мало. Да, мне кажется, мы разблокируем, парни, хотя я уже все. А сколько тут локаций вообще? Блин, так, главное не продать случайно. Локаций много, парни, но я уже уперся, как бы, я не могу дальше прокачивать мозг, и я упал в самый низ, походу. А, здорово. Здорово, блин! О-о-о, парни, все, я в самый низ упал. Сэф, давай, прыгай, тут еще чуть-чуть осталось. Чуть-чуть? Ты разблокировал?
Ну как, мне еще половину пути надо. Половину пути? Нет! Серьезно? Ладно, ну давайте прыгать, ребят, может получится. Я в самый низ упал. Паркур. Ну тут главное, чтобы повезло на облака приземлиться, да? Я мимо все пролетел. Блин, Бобян, ну ты даешь. Короче, нет, главное попасть на облака. Что, ты разблокировал? Супер, дело сделано. Ага. Красава, красава, главное в самый низ. Хоть бы в самый низ, ребят, не упасть. Упади, упади, упади. Зачем ты так говоришь, Бобян? Не говори так. Да, капец, ребят, я прыгаю, я даже не знаю, куда я прыгаю. Слушайте, парни. Ну? Чё? Есть предположение, что на разных островах дают по-разному. Ну, разные деньги. Конечно, чем выше остров, тем больше денег. Чё, ты не обращал внимания, мужики, тут столько золота падает, капец. Я в самый низ. Я в самый низ. О-о. Короче, попробуем, друзья, разблокировать, допрыгать. Ну что, ребят, я прыгаю. Теперь у меня новый мозг на 200 тысяч, парни. С этим мозгом я точно долечу, блин. Ну ты мистер мозг. Да, мистер мозг, друзья, мега мозг. Качаемся. Это как в этом мультике, мега мозг. Да-да-да, вот мы и мега мозги, блин. Только я застрял и падаю. Парни, я упал. А ты в облаках застрял? Да, я как-то застреваю, бывает. Ну все, нифига, у меня за один прыжок, парни, сейчас долечу, мне кажется. Кайфарик, блин. Офигеть! Вот это я летаю, ребята. 120к мозг. Все летало. Посмотрите на мою голову, ребят. Это самая умная голова, блин, в мире сейчас. Капец. 200 тысяч IQ мозг можно прокачать. А вот остров. Вот ты шеф с башкой с ней прыгает. Обнаружен новый остров Дюна. Так, ладно, продаем, друзья, по кайфу и собираем так коллекцию. На изичах, да, допрыгнули на 200 тысяч? Да, мы на изи, ждем тебя, Бобян, здесь. Прыгаю, лечу к вам. Ну шо, Бобян, ты где? Вот он! Слышите, так чё, рискнем попрыгать до следующего острова? Гоу, пофиг, погнали. Давайте, погнали. Мозг на 200к, друзья, должен допрыгнуть везде. 200к, 300к. Погнали, сейчас накачаемся, друзья, вот это прикол. Жесть, тут прыгать надо жестко. Там прям вообще, да, очень высоко. Ну да. Хотя бы попробуем, ребят. Если не допрыгнем, ничего страшного, блин, 200к. Но у меня пока еще 50к, блин, я еще качаю. Давай, давай. Вот мы с Бобяном, ребят, прыгаем, короче, вообще 150к и жестко, да, Бобис прыгается? У меня 140к, кстати, да. Но у меня уже 160к, я вообще летаю, друзья. Мне кажется, этот, да, этот остров мы тоже сможем разблокировать, там все сложнее, 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 блин. Все, кстати, вы заметили, меньше и меньше облаков становится. Да, да, мне кажется, там дальше будет вообще по одному облачку. Но это будет очень сложно, если так и будет. Я просто смотрю всегда вниз, а не вверх, чтобы не упасть. Тоже, кстати. Да. Правильно, правильно, шеф. Так, ребят, я очень высоко прыгаю, мне кажется, мне хватит, потому что у меня с запасом, поняли, летит еще. Ага, ага, ага. Да, и еще у меня не полностью мозг прокачан. Во, почти полностью прокачал, да, да, качаю. Но мне на 190 тысяч. Так, у меня на 200к. Интересно, сколько в реальности у меня? Не знаю, 10. Так, все, я сейчас мозг, короче, ребят, все, полностью прокачал. И вот теперь просто буду прыгать. Я прыгаю очень высоко, надеюсь, следующий остров, ребят, разблокируем. Скажешь, как там? Вообще, парни, нет, 200к мозга хватит. Тут с таким запасом прыгается. Фух, ну слава богу. Да, это вообще, тут такой запас, мужики. Еще есть время подрулить, поняли, вообще изи. Там вон то ли луна, то ли что, планета какая-то, ребят, офигеть. Сейчас узнаем. Капец, ребят, все, походу допрыгнул, да, новый остров, я его и то перелетел, мужики, блин, все. Хорош, хорош. Я здесь, друзья, я здесь супер умный, супер крутой, берем денежки. Мне еще сверху дали, парни, мозгов. О, мне кажется, я и дальше, парни, могу. Ну, подожди нас. Да, давайте, я правда улетел. Да не, мужики, я просто летаю тут вообще по кайфу. Ну ты летчик, бом-бом-бом. Ладно, давайте, я вас жду. Вот Бобянчик, здорово. Здорово, головастик. Ну что, ждем Андрюху. Давайте, мужики, скорее, сейчас буду у вас. Вот Андрюха, друзья, он там летит уже. Все, вот он, разблокировал. Куда я уперся, куда прыгать? Так ты в остров уперся, все. Да, ну что ж, ребят, я думаю, что на этом можно и закончить наш сегодняшний ролик. Мы с пацанами очень постарались, очень прокачали свои мозги. Ну, в общем, ребята, на этом мы заканчиваем. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. Мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего. Поздравляем вас с Новым годом. Желаем успехов, всего-всего самого светлого. Ссылочки на канал поскольку в описании. Смотрите их видосики и стримы. Ну, а с вами сегодня были Овер, Фонни и Бобби. Всем удачи и пока-пока. Всем бай-бай, дорогие друзья. Алло, чуваки.